Хорошо, президент Байден обвинил российское правительство в геноциде за его действия на Украине, где за 2 года было убито столько же мирных жителей, сколько Израиль убил за 1 месяц в секторе Газа. Так как же вы объясняете это несоответствие, когда вы помогаете одной стране и обвиняете другую в геноциде, в то время как одна страна, которой вы помогаете, систематически убивает гораздо больше людей за 1 месяц? Эти обстоятельства совершенно не совпадают, и проводить подобное сравнение, откровенно говоря, невероятно неуместно. Так оно и было. Пожалуйста, не перебивайте меня. Так оно и было. Мы напрямую говорили с израильским правительством о необходимости проводить различия между террористами Хамас и палестинскими гражданскими лицами. Этот вопрос госсекретарь поднимал непосредственно во время своих поездок.